Как стирать с прозрачной доски? Да, в принципе, очень просто и очень быстро. Берем пульверизатор, наполненный совершенно обыкновенной водой, никаких химии, стеклоочистителей. Сбрызгиваем доску, или опрыскиваем, как вам больше нравится. Затем снимаем слой маркера. Спасибо, Семен. Получаются страшные разводы. У меня уже просто ощущение, что это ужас. А теперь берем моющий пылесос Керхер. Проводим им, и, черт побери, да она просто блестит, она просто прозрачна, на ней как будто бы я только что не писал то, что вы видели до этого. Конечно, это занимает не 5 секунд, но не намного больше 1 минуты. И уже когда маркер высохнет, как подсказывает мне маэстро, мы простыми бумажными салфетками доведем доску до блеска. Ну, то есть уберем все минимальные дефекты, которые, конечно же, видны при хорошей записи. Но мы их не увидим, потому что их просто не будет. Итак. Прошла 1 минута и 20 секунд, доска почти идеально чиста, до этого она была полностью заполнена маркером. Ну, перфекционизм, конечно, вещь хорошая. Вот тут, мне кажется, еще нужно. Вот здесь. Что? Да ладно, там за кадром. А, да, ой, смотрите. Ну, поскольку доска, конечно, больше, чем кадр, то это сразу не видно, но вы видите на камере, что все, доска абсолютно чистая. Прошло меньше 2 минут, и все отлично. Стоп. Вы не хотели в рекламе работать?